Кариночка, добрый день, с Рождеством Христовым тебя, с праздником. Праздник Богородицы Святой. Святой вечер, чистое небо осветил нашу Украину и всю землю. Это говорит о Божьей помощи для народа, для всего. Это все к победе, к нашему стабильному, как говорится, житю-бытию, то, которое было. От всей души поздравляю вас всех с праздниками. И мой самый лучший Дедушка Мороз тоже присоединяется, говорит, спасибо, большое поздравление. Мы с ним уже много лет. Вот, а как познакомились, это очень интересно. Я пошел в лес рубить елку, а смотрю, сторож стоит с ружьем. Меня арестовал. Говорю, давай откупимся как-нибудь. Ну и так мы подружились с ним. Всего наилучшего. Привет вам в Торонто, в Канаде, от харковских наших представителей добрых людей. Всего наилучшего.